Так, вот смотри, это он холодный с утра. Вот и все, вот так он и получается на горячем, он хорошо, видишь, а вот это вот так он заводится. Но когда делали форсунки, там что-то проблема с одним распылителем, то есть холостой ход. Сказал, что будет типа чуть-чуть портачить. Может это на холодный этот распылитель ебет, хуй его знает, а ну посмотри, скажешь.